Дорогие друзья, я уже несколько раз пытаюсь сказать вам о том, что на мой YouTube-канал приходит достаточное количество жалоб, и, возможно, в любой момент его могут заблокировать. И я понимаю, что вы воспринимаете мои мысли ближе к сердцу, когда я говорю в стихах, поэтому закроют, может быть, YouTube. Но я по жизни правдоруб. Давно его для вас создал по ссылке Telegram-канал. И чтобы нам не потеряться, вам лучше сразу подписаться. И чтоб всегда на связи был, я ссылку снизу прикрепил.